Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о слухах, которые ходят в соцсетях, о том, что на телепроект собралась одна скандально известная девушка. Это Диана Шурыгина. История Дианы началась с загородной вечеринки, на которую ее позвали знакомые. Там, изрядно выпив, двое молодых мужчин заставили Диану вступить с ними в половой контакт. После чего, под давлением отца, девушка написала заявление в полицию. Одного из парней, Сергея Семенова, осудили на 8 лет колонии строгого режима. На этой же вечеринке у Дианы по обоюдному согласию был секс с еще одним парнем. Это Александр Рухлин. Изначально он тоже проходил по делу как подозреваемый. По словам Шурыгиной, у них был половой акт после того, как комнату покинул Сергей. Но следствие прекратило уголовное преследование в отношении Александра из-за отсутствия состава преступления. Сейчас он служит в армии. Из-за многочисленных вызывающих фото и видео с Дианой Шурыгиной общество встало на защиту парней. Многие считают, что интим был по обоюдному согласию. На защиту Сергея Семенова встало огромное количество людей. Все уверены, что парень не виноват, а Диана посадила его в тюрьму из-за мести, потому что тот не хотел заплатить 1 миллион рублей за молчание. Также свидетели говорили, что они не заметили у Дианы подавленного состояния, травм или кровоподтеков, которые бывают обычно у жертв изнасилования. Сама же пострадавшая рассказывала, что она сопротивлялась и просила Сергея остановиться, но он взял ее силой. В результате, после выхода на Первом канале выпуска «Пусть говорят», семья Дианы была вынуждена несколько раз менять место жительства. Ее отцу постоянно прокалывали колеса и портили автомобиль, а на маму напали возле подъезда жилого дома. Диане, видимо, понравилась та популярность, которую она приобрела на Первом канале, и теперь Шурыгина хочет стать участницей Дома-2. Она хочет набрать еще больше подписчиков в социальных сетях и доказать, что она девушка из приличной семьи и может строить искренние красивые отношения. Но есть одна небольшая проблема. В связи с тем, что Шурыгина еще не достигла 18-летнего возраста, на проекте она сможет находиться только вместе с кем-либо из родителей. И сейчас главная задача Дианы – уговорить отца или мать прийти вместе с ней в Дом-2. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.